EasyJet, британская авиакомпания «Лоукостер», прекратила осуществлять все рейсы в результате беспрецедентных ограничений на поездки, которые вводят правительства разных стран из-за пандемии коронавируса. EasyJet приостанавливает все полеты своего флота, говорится в заявлении авиаперевозчика. С 1 апреля в рамках правительственной программы сохранения рабочих мест сотрудники компании отправляются в отпуск. Они будут получать 80% от зарплаты. Отмечается, что EasyJet продолжит работать с государственными органами и по запросу будет осуществлять рейсы, необходимые для репатриации клиентов. EasyJet – один из крупнейших авиаперевозчиков Европы. В 2019 году услугами компании воспользовались 96 миллионов пассажиров.